Приветствую вас на своем канале. В сегодняшнем видео мы с вами свяжем вот такую замечательную, красивую, бесшовную шапочку с отворотиком. Так как она у меня полушерстяная с отворотом, то можно ее вполне носить и зимой. К данной шапочке можно прикрепить помпончик, как из пряжи, которая осталась при вязании шапочки, так и меховой. Но, в принципе, можно и не добавлять никакого помпончика. Посмотрите, какая у нас макушка цветочка. То есть, для тех, кто не любит помпоны, то можно смело оставлять с вот такой вот закрытой, красивой, аккуратненькой макушечкой, таким вот семилистничком на, скажем, макушке, вполне оставите без помпончика. Вяжется довольно-таки быстро такая шапочка. Я связала ее максимум за 1,5 часа. Вот, то есть даже начинающий, я думаю, справится за 1-2 вечера. В принципе, вязала я шапочку на чулочных спицах, можно вязать шапочку на круговых. Результат будет такой же. И вязать нужно точно так же. Данный размер у меня подойдет на обхват головы 53-55 сантиметров. Можно данную шапку увеличить на 58 сантиметров, 59, благодаря добавлению к нашей резиночке 16 петелек. И затем, когда я буду делать прибавление после резиночки для раппорта узора, то у вас получится на одно прибавление, то есть на 2 петли прибавление больше. То есть у меня, смотрите, по окружности данной шапочки 7 раппортов, можно сделать 8 раппорт смело. И смотрите, раппорт узора моего составляет 18 петелек и занимает 5,5 сантиметра в нерастянутом состоянии. То есть вот так вот я кладу шапочку, и вот они 5,5 сантиметра. Высота от отворота до макушки у нас 21 сантиметр. Можно также высоту увеличить, варьируя вот здесь вот провязанное количество раппортов после резиночки. И в полуобхвате у меня в нерастянутом состоянии шапочка вот здесь вот, где резиночка, 20 сантиметров. Вот это и есть на окружность головы 53-55 сантиметров. То есть 54 сюда тоже входят. И, конечно же, кому понравилось, присоединяйтесь, свяжем с вами вместе. Для вязания нам понадобится пряжа. Я буду использовать Ализа Ланагол, свою любимую пряжу, 240 метров в 100 граммах. Более подробно об этой пряже вы сможете посмотреть отдельное видео, ссылочку оставлю, смотрите в описании под этим видео. Цвет номер 50. Также нам понадобится 2 номера спиц. Я буду использовать чулочные, можете использовать круговые для вязания шапочек. Номер 3 для резинки и номер 3,5 для основного вязания. Также нам понадобится дополнительная спица номер 3,5 под основное вязание. Можете использовать, в принципе, одну из спиц, которыми будете вязать резинку изначально. Теперь нам понадобится крючок любой размер, до троечки, в принципе, подойдет, так как пряжа у нас достаточно толстая для дополнительных функций. И нам понадобится либо канцелярская линейка, либо сантиметр. Для начала вязания на спице меньшего размера нам нужно набрать такое количество петелек, чтобы делилось на 4. Для данной окружности головы я буду набирать 112 петелек и плюс 1 петлю для замыкания в круг. По ходу замыкания она у нас сократится, ее не будет. И получится изначальное набранное количество петель 112. Берем на одну спицу, набираем начальные 2 петельки, затем приставляем вторую и набираем еще остальные петельки. То есть, смотрите, я набрала 3 петельки. И еще 110 продолжаю набирать. Начальные 2 петельки я набрала на отдельную спицу для того, чтобы у нас не были растянутые крайние петельки. То есть вот эта петля у нас будет красивой, аккуратненькой. И дальше продолжаю вот так вот набирать петельки. После того, как наберем 113 петелечек, нам нужно будет их распределить на 4 спицы. Обратите внимание особое, что берем спицы меньшего размера. Я визуально распределила общее количество петель на 4 спицы. Не считала прям досконально, сколько петелек. Я потом по ходу вязания первого ряда расформирую по четному количеству петелек на каждой спице для удобства вязания резиночки. Теперь смотрите, берем в руку, получается, последнюю спицу, правую руку, и первую набранную спицу, там где у нас набранные первые петельки, в левую руку. И подтягиваем ниточки наши, получается, наборочный хвостик наверх, рабочую ниточку. Вот так вот по ходу вязания кладем вниз. Подтягиваем петельки на
наши спицы в начало. И теперь смотрите, на правой спице у вас последняя набранная петелька лишняя, а на левой спице первая набранная петелька. Вот мы эту первую набранную петельку переносим на правую спицу. Затем последнюю набранную петельку одеваем на первую и спускаем полностью со спиц эту последнюю набранную петлю. То есть она у нас как бы по ходу лишняя. Вот она у нас между спицами оказалась эта петелька. Теперь подтягиваем краешки ниточек, получается короткий краешек на себя, рабочую ниточку от себя. И возвращаем обратно эту первую набранную петельку. Таким образом мы сократили ту лишнюю петлю, которую набрали. И у нас получилось вот такой вот замкнутый круг с общим количеством петелек, нужное нам для вязания шапочки. И обратите особое внимание, чтобы при замыкании в круг у вас не были перекрученные петельки и спицы. У вас должна быть наборочная косичка вот такая вот ровненькая. Теперь мы приступаем к вязанию. Перед тем, как переступить к вязанию, у нас есть два варианта перехода на вязание. Смотрите, мы можем сейчас вот эту ниточку, которая у нас хвостик при наборе, оставить как бы отметочкой начало-конец ряда. То есть вот так вот ее и оставить. Но для удобства можно ее сразу же ввязать в первый ряд. То есть мы поправляем ее назад к рабочей ниточке, хорошо подтянув, и будем вязать первый ряд вместе с ней. Но чтобы мы поняли, где у нас конец начала ряда, мы должны это место между первой и четвертой спицей отметить либо маркером, либо булавочкой, либо просто взять любой кусочек ниточки контрастного цвета и завязать вот здесь вот узелочек. И по ходу вязания мы будем видеть, где у нас начало-конец ряда. Отметили и начинаем вязать первый ряд. Первый ряд у нас очень простой. Мы будем чередовать 2 лицевые петли, 2 изнаночные. То есть начнем вязать резиночку 2 на 2. Вяжем первую петельку за 2 ниточки рабочие, то есть за хвостик и рабочую ниточку. Первая лицевая, вторая лицевая. Дальше ниточка перед работой, первая изнаночная, вторая изнаночная. Далее снова 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые и ниточку хвостик коротенький я бросаю за работой. Он нам не нужен. А дальше продолжаю в одну ниточку вязать, 2 изнаночные продолжать. Снова 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные. Вот так чередуем до конца первого ряда. Провязав первую спицу, обратите внимание, чтобы у вас спица заканчивалась 2 изнаночными петлями, а каждая последующая начиналась 2 лицевыми. Вам по ходу вязания будет так проще и удобно, в общем, формировать нашу резиночку. И затем, провязав одну спицу, переходим плавно ко второй. И при этом на второй точно так же в конце смотрим, чтобы у нас было 2 изнаночных. И затем по ходу вязания вы увидите, как вам удобно и проще будет вязать, скажем так, вашу резиночку по кругу. Если же у вас спицы круговые, то тем проще. Вы просто вяжете 2 лицевые, 2 изнаночные по спиральке. Закончили вязать первый ряд, и у вас ряд должен закончиться 2 изнаночными. И теперь продолжаем вязать второй и каждый последующий ряд, так как сейчас будем вязать. Смотрите, у нас сейчас первые 2 лицевые. Так и вяжем 2 лицевые. Я вяжу за переднюю стеночку. Обратите внимание, за переднюю. Для того, чтобы не были перекрещенные петельки. Дальше у нас идут 2 изнаночные. Так и вяжем 2 изнаночные, но за дальнюю стеночку. Далее снова 2 лицевые за переднюю стеночку. 2 изнаночные за заднюю стеночку. То есть мы сейчас будем вязать 2 лицевые, 2 изнаночные над предыдущими 2 лицевыми, 2 изнаночными. То есть вяжем по рисунку. В первом ряду мы сформировали резинку 2 на 2. В каждом последующем ряду мы над лицевыми вяжем лицевые петли, над изнаночными вяжем изнаночные. Но при этом, чтобы у нас не были перекрещенные петельки, перекрученные, и была красивая лицевая косичка, мы будем лицевые вязать за ближайшие стеночки к нам, а изнаночные за дальние стеночки от нас.
И будет рисунок красивой ложиться резиночкой, ровненькой, из ряда в ряд. То есть мы сейчас должны провязать ширину резиночки. Она может быть как поуже, так и пошире. То есть может быть 16 рядочков, 18, 20, в зависимости от ширины, которую вы любите. Кто-то любит поуже резинки, кто-то любит пошире. Вот исходя из этого, смотрите, сколько хотите, чтобы у вас была ширина. Итак, продолжаем вязать чередование лицевых двух и двух изнаночных петель до середины, получается, оборота нашего, поворотика от ворота. Вот, то есть это, еще раз повторюсь, может быть пошире, поуже. Я взяла среднюю ширину, это 18 рядочков. Связав 18 рядочков, мы сейчас поменяем раппорт узора. Вместо двух лицевых, двух изнаночных, мы будем вязать наоборот. Над двумя лицевыми 2 изнаночные, а над двумя изнаночными 2 лицевые. То есть раппорт узора составляет тоже 4 петли, но наоборот. Вяжем над двумя лицевыми 2 изнаночные, а над двумя изнаночными 2 лицевые. При этом лицевые изнаночными я вяжу за ближайшую стеночку, а изнаночные я вяжу лицевыми за дальнюю стеночку. 2 изнаночные, 2 лицевые. 2 изнаночные, 2 лицевые. Вот так вот буду повторять до конца этого ряда. И нам нужно связать вторую часть от ворота. Шириною, такой, как мы вязали первую часть, минус 2 ряда. То есть, так как я вязала 18 рядочков, минус 2 ряда, то я буду вторую часть из 16 рядочков вязать. Если вы вязали первую из 16, то, соответственно, вторая у вас должна составлять 14 рядочков. То есть, просто вяжем, поменяв немножечко направление резинки, мы должны связать вторую часть от ворота, но при этом на 2 ряда меньше. И уже начиная, получается, с уже по счету 17 ряда второй части, мы будем формировать уже непосредственно сам узорчик для шапочки. Провязав 16 рядочков вторую часть нашего отворотика, мы сейчас начинаем в 17 ряду после серединки вязать уже первый ряд формирования нашего основного узорчика. Меняем спицы на размер, который побольше, и начинаем вязать первый ряд. Сейчас мы должны будем связать 6 лицевых. Я изнаночные петли буду вязать за дальнюю стеночку лицевыми петлями, а лицевые петли из лицевых буду вязать за ближайшую стеночку. У нас будет благодаря этому ложиться красивой косичкой наши лицевые петельки. И сейчас в каждом раппорте узора мы должны будем добавить по 2 петельки. То есть, если мы сейчас поделим 112 на 16, получается 7 раппортов. Но раппорт узора для основного рисуночка нашего составляет 18 петелек. То есть нам не хватает 2 петли в каждом раппорте. Вот мы эти 2 петельки и будем добавлять параллельно, провязывая первый ряд распределения. Итак, связали 6 первых лицевых. Дальше сделаем прибавление. Прибавление я буду делать таким образом. Смотрите, вот она наша первая лицевая из 2 лицевых нашего раппорта узора резинки 2 на 2. Я вяжу за переднюю стеночку лицевую, как всегда, казалось бы, но не снимая с левой спицы вот эту лицевую петлю, я разворачиваю и за заднюю стеночку вяжу еще одну лицевую петлю. И лишь после этого снимаю петлю с левой спицы. У меня получилось уже вместо 7 петель провязано 8 петель на правую спицу, то есть сделали прибавление. Теперь вяжем 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Дальше вяжем над двумя изнаночными 2 изнаночные. И сейчас снова сделаем прибавление. Первая, вот она наша лицевая из двух. Мы вяжем лицевую за переднюю стеночку и лицевую за заднюю стеночку этой же петли. И лишь после этого снимаем петлю со спицы. И довязываем над второй лицевой одну изнаночную петлю. Это и будет наш первый раппорт узора. Теперь будем повторять. Вяжем 6 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Дальше делаем прибавление за переднюю и за дальнюю стеночку. И довязываем 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5.
Дальше я меняю спицу на большего размера и начинаю вязать вторую спицу. Сейчас из двух изнаночных мы вяжем 2 изнаночные. Дальше из первой лицевой вяжем 2 петли за переднюю и за дальнюю стеночку лицевой петелечкой прибавления. И довязываем последнюю петлю второго раппорта изнаночной петелькой. Связали 2 раппорта. Повторяем. 6 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Из первой лицевой делаем прибавление. Вяжем 2 лицевые за переднюю, за дальнюю стеночку. И еще 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Дальше 2 изнаночные. Прибавление из лицевой вяжем за переднюю и за дальнюю стеночку 2 лицевые. И довязываем до конца раппорта 1 изнаночную. 6 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Прибавление из лицевой вяжем 2 петли. И довязываем еще 5 петель на эту же спицу. 1, 2, 3, 4, 5. Я дальше меняю спицу большего размера и продолжаю вязать третью спицу. Над двумя изнаночными вяжем 2 изнаночные. 1, 2. Дальше делаем из лицевой прибавление 2 петли за переднюю и за дальнюю стеночку. И довязываем изнаночную. То есть, смотрите, в общей сложности мы делаем прибавление до тех пор, пока у нас не станет 13 лицевых и 5 изнаночных. Теперь повторяем. 6 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Дальше из лицевой вяжем 2 петли, то есть это уже получается 8 лицевых. И довязываем 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Получилось 13 лицевых. Дальше у нас нужно из 4 петель сделать 5 изнаночных. Первые 2 петли мы вяжем изнаночными. Из третьей петли мы делаем прибавление, то есть уже получается 4 изнаночные. И до конца раппорта довязываем 5 изнаночную. И снова вяжем 6 лицевых. 1, 2, 3, 4. Со следующей спицы 5 и 6. Дальше я поменяю спицу на большего размера и продолжу вязать четвертую спицу. Вяжу прибавление в начале сразу же спицы за переднюю и за дальнюю стеночку. Вяжу 2 лицевые и довязываю 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Затем вяжем над двумя изнаночными 2 изнаночные. Делаем прибавление из первой лицевой. И довязываем изнаночную до конца раппорта. И нам осталось связать всего лишь последний раппорт. 6 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Делаем прибавление из лицевой петли. Вяжем за переднюю и за дальнюю стеночку этой же петельки. Дальше довязываем 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Затем 2 изнаночные. Прибавление за переднюю и за дальнюю стеночку и довязываем до конца ряда и до конца последнего раппорта 1 изнаночную петлю. Мы сформировали первый ряд и меняли все спицы на спицы большего размера. Я меняю последнюю рабочую пятую спицу и продолжаю вязать второй ряд. Второй ряд мы провяжем петельки по рисунку. У нас должно быть 13 лицевых и 5 изнаночных. Вяжем за передние стеночки лицевые. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. И дальше 5 изнаночных за дальние стеночки. 1, 2. Дальше прибавление лицевую нашу вяжем 3 изнаночной, 4 и 5. Вот так вот. Повторяем. 13 лицевых за передние стеночки. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Прибавление вяжем 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Прибавление нашей петельки предыдущего ряда вяжем также лицевыми.
А дальше у нас идут 5 изнаночных. 1, 2. Прибавление вяжем изнаночной 3, 4 и 5. В этом ряду во втором прибавлении не делаем. Просто вяжем прибавление предыдущего ряда по рисунку, чередуя 13 лицевых, 5 изнаночных до конца второго ряда. Для вязания третьего ряда нам уже понадобится наша дополнительная спица для кос, либо же обычная ровная спица, которой вы вязали резиночку 2 на 2. Теперь смотрите, первые 13 петелек мы будем делать перекрещивание. То есть мы будем делать перекрещивание, запомните, только с лицевых петелек. При этом сначала делая перекрещивание в правую сторону на первых 6 петельках, а затем на последних 6 петельках делать перекрещивание в левую сторону. Изнаночные петли мы всегда будем вязать по рисунку. То есть просто изнаночные 5 петель над 5 изнаночными петлями предыдущего ряда. Итак, сейчас на дополнительную спицу снимаем первые 3 петельки из 13 лицевых. 1, 2, 3. И оставляем на дополнительной спице за работой. Затем провяжем, получается, четвертую, пятую и шестую лицевую петлю на свободную спицу. Затем подтягиваем с дополнительной спицы оставленные петельки и вяжем также лицевыми петлями. И обратите внимание, что лицевые петли я вяжу за ближайшую стеночку. Сделали перекрещивание в правую сторону. Затем вяжем одну лицевую петлю и следующие 6 петель мы должны будем перекрестить в левую сторону. Для этого первые 3 петли снимаем на дополнительную спицу и оставляем перед работой. На правую спицу провяжем последние 3 оставшиеся петельки из 13 лицевых лицевыми петельками. Затем с дополнительной спицы 3 петли, оставленные перед работой, довязываем тоже лицевыми на правую спицу. 1, 2, 3. И теперь до конца нашего раппорта нам нужно довязать 5 изнаночных. Изнаночные всегда я буду вязать за дальнюю стеночку. 4 и 5. Все, мы провязали первый наш раппорт. Вот такими вот раппортами и будет состоять наше полностью все вязание по кругу этого ряда. Повторяем. Оставляем первые 3 петельки из 13 лицевых на дополнительной спице за работой. 1, 2, 3. Оставили за работой. Дальше 4, 5, 6 провязываем лицевыми петельками на правую спицу. 1, 2, 3. Из дополнительной спицы подтягиваем оставленные петельки и также вяжем их лицевыми. То есть запомните, что над лицевыми мы вяжем лицевыми. Над изнаночными петлями мы вяжем изнаночными петлями. Сделали перекрещивание в правую сторону. Затем вяжем одну среднюю лицевую. И перекрещивание делаем в левую сторону. 3 петли из 6 оставшихся петель оставляем на дополнительной спице перед работой. Затем вяжем оставшиеся 3 до конца наших лицевых на правую спицу провязываем лицевыми. И с дополнительной спицы оставленные петельки мы также вяжем на правую спицу лицевыми петлями. 1, 2 и 3. До конца этого раппорта нам остается довязать 5 изнаночных петелек. Я уже вяжу их на следующую спицу. 1, 2, 3, 4, 5. И будем повторять сначала. 3 лицевые петли оставляем на дополнительной спице за работой. Затем 3 следующие петли вяжем лицевыми на правую спицу. 1, 2, 3. Подтягиваем с дополнительной спицы оставленные петельки и также провязываем их 3 лицевыми на правую спицу. 1, 2, 3. Сделали перекрещивание в правую сторону. Теперь вяжем 1 среднюю лицевую. И делаем перекрещивание в левую сторону. 3 лицевые петли оставляем перед работой на дополнительной спице. 3 последние петли вяжем лицевыми на правую спицу. Из дополнительной спицы подтягиваем оставленные 3 петельки и довязываем их 3 лицевыми на правую спицу.
Сделали перекрещивание в левую сторону. И довязываем до конца этого раппорта 5 изнаночных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Вот таким вот образом в третьем ряду до самого конца ряда я буду делать вот такие вот перекрещивания. Сначала в правую сторону, оставив 3 первые петли за работой. Затем провяжу 3 петли следующие, оставленные за работой, довязываю. 1 лицевая посерединке, то есть смотрите, у нас получается 13 лицевых. 6 уходят на перекрещивание вправо, 6 уходят на перекрещивание влево. А центральная петля всегда будет лицевой. Просто мы провязываем ее центральную лицевой. Затем 3 первые петли оставляю перед работой, довязывая оставшиеся 3 петли. И с дополнительной спицы затем довязываю 3 оставленные петли. То есть всегда-всегда запомните, что над лицевыми мы вяжем лицевые петли, над изнаночными петлями изнаночные петли. И из 13 вот этих лицевых петелек центральную мы всегда будем вязать лицевой петлей, а 6 первых и 6 последних будем перекрещивать сначала в правую сторону, а последние в левую сторону. И теперь еще раз мы с вами свяжем один раппорт. Для начала мы из 13 петель первые 3 оставим на дополнительной спице за работой. 3 следующие вяжем лицевыми. 1, 2, 3. Из дополнительной спицы провязываем 3 оставленные за работой петли лицевыми петлями на правую спицу. Сделали перекрещивание вправо. Теперь центральную лицевую так и вяжем лицевой. Теперь нам нужно сделать перекрещивание влево. Для этого снимаем 3 первые петли из оставшихся 6 на дополнительную спицу и оставляем ее перед работой. Довязываем 3 оставшиеся лицевые петли на правую спицу лицевыми петлями. И дальше подтягиваем с дополнительной спицы и довязываем с нее 3 лицевые петли. 1, 2, 3. И до конца этого раппорта нам остается довязать 6 изнаночных петелек. 5 изнаночных петелек. То есть 6 мы перекрещиваем вправо, 6 перекрещиваем влево, центральная лицевая и в конце 5 изнаночных. Вот так вот будем повторять до конца этого ряда. Довязали до конца третий ряд с перекрещиваниями и все, мы полностью сформировали с вами узорчик, который будем вязать на протяжении всей высоты шапочки. Смотрите, сейчас третий ряд мы с вами провязали с перекрещиваниями. Дальше 4, 5, 6, 7, 8 и 9 ряд, то есть 6 рядочков нам нужно провязать без изменения по рисунку, как ложатся петельки. То есть мы так вязали с вами второй ряд нашего распределения узора. У нас сейчас идут 13 лицевых. Мы так и вяжем 13 лицевых за переднюю стеночку. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13. Дальше у нас по рисунку идут 5 изнаночных. Мы вяжем за дальнюю стеночку изнаночные петельки для того, чтобы ложились красивой косичкой как с лицевой стороны, так и с изнаночной стороны. Посмотрите, вот как лицевые петельки красивой неперекрещенной косичкой ложатся с изнаночной стороны. И теперь, провязав первый раппорт, повторяем 13 лицевых за передние стеночки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13. Переходим на следующую спицу и довязываем до конца второго раппорта 5 изнаночных за дальнюю стеночку. 1, 2, 3, 4 и 5. Все, то есть дальше вяжем просто по рисунку, довязываем этот ряд и еще 5 рядочков. То есть в общей сумме мы должны провязать 6 рядочков в высоту. Еще раз повторюсь, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 ряд. В 10 ряду мы будем снова делать перекрещивание. Итак, связали до 9 рядочка и сейчас в 10 ряду нашего узорчика мы будем делать перекрещивание и начинать вязание с 3 ряда. То есть сейчас мы повторяем
третий ряд. Берем дополнительную спицу и на ней оставляем первые 3 лицевые петли из 13. Оставляем за работой дополнительную спицу и провязываем дальше 3 лицевые петли на свободную спицу. Дальше с дополнительной спицы подтягиваем эти 3 петли оставленные и вяжем также 3 лицевые на правую спицу. Сделали перекрещивание в правую сторону. Теперь вяжем среднюю петлю лицевую и дальше 6 перекрещиваем в левую сторону петелек. При этом 3 первые оставляем перед работой на дополнительной спице. Довязываем 3 лицевые оставшиеся. И дальше с дополнительной спицы подтягиваем 3 петли, оставленные перед работой. И вяжем 3 лицевые петли на правую спицу. Сделали перекрещивание в правую и в левую сторону. И дальше до конца раппорта нам нужно довязать 5 изнаночных петель. 1, 2, 3, 4, 5. И дальше повторяем. 3 петли первые оставляем на дополнительной спице за работой. 3 следующие петли вяжем лицевыми петлями на правую спицу. 1, 2, 3. Далее оставленные на дополнительной спице петли провязываем 3 лицевые. 1, 2 и 3. Дальше вяжем 1 лицевую среднюю петельку. И 6 петель нам нужно перекрестить с наклоном влево. Для этого снимаем 3 первые лицевые петли. Оставляем на дополнительной спице перед работой. Дальше 3 последние петли мы вяжем лицевыми на правую спицу. И 3 оставленные петли провязываем лицевыми петлями на правую спицу также. Сделали наклон вправо, наклон влево. И до конца раппорта у нас остается 5 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5. Итак, связали 2 раппорта узором. Сделали перекрещивание то вправо, то влево и промежуточные изнаночные петли. Вот таким вот узорчиком у нас получается связано 2 раппорта. Дальше продолжаем снимать первые 3 петли на дополнительную спицу, оставляем за работой. Дальше, сделав перекрещивание в правую сторону, вяжем промежуточную среднюю лицевую петлю и дальше 3 первые лицевые петли оставляем перед работой. И довязываем 5 изнаночных петель до конца третьего раппорта. Вот таким вот образом. Хотите, можете включить и третий ряд. Я думаю, что здесь будет вам несложно перекрещивание сделать то в правую, то в левую сторону с наклоном. Промежуточные изнаночные по рисунку. Вот таким вот образом. Дальше продолжаем. Получается, это у нас по счету был 10 ряд. Мы вязали как 13. 11, 12, 13, 14, 15, 16 ряд мы вяжем по рисунку. 13 лицевых над 13 лицевыми перекрещенными петельками. И 5 изнаночных. Вот так вот вяжем 5 рядочков, получается, без изменения. 6 рядочков без изменения. И в 17 ряду мы снова провяжем ряд с перекрещиваниями. То есть 17 ряд это как 3. Далее 18, 19 и так далее вяжем как 4, 5, 6. То есть мы будем делать перекрещивание в каждом 7 ряду. В 3 перекрещивании 6 рядочков без изменения. В 10 перекрещивании далее 6 рядочков без изменения. В 17 перекрещивании 6 рядочков без изменения. Вот таким вот самым-самым простым узором, как на мой взгляд, можно связать нашу шапочку. Дальше, сделав вот такой вот отворотик, у нас имеется вот такая четкая грань отворота. И дальше вот он наш уже узорчик. Благодаря тому, что мы начали формировать узор на 2 ряда ниже, связав вот здесь вот уже вторую часть резинки, у нас спрятались вот здесь вот краешки начала, где мы делали прибавление. И вот он уже непосредственно сам узорчик
выходит с отворотика. Такие рапорты узора мы будем вязать, повторяя до тех пор, пока нам не нужно будет убавлять петли для макушки. Итак, я связала 5 перекрещиваний от начала. 1, 2, 3, 4, 5. И провязала после 5 перекрещивания 3 ряда по рисунку. То есть у меня получается от начала формирования нашего узора провязано 11,5 сантиметров. И от начала вязания самого первого ряда резинки 23 сантиметра. И сейчас я начинаю убавление для нашей макушки. Сейчас разворачиваю я в начало ряда и начинаю вязать первый ряд убавления. Это у нас получается четвертый ряд провязывания по рисунку вот этого нашего жгутика или большой центральной косички. Итак, у нас идут вот эти вот петли 13 лицевых, так и вяжем 13 лицевых по рисунку. То есть лицевые петли мы пока не трогаем. А убавление мы начнем с изнаночных петелек. То есть смотрите, вот они наши 5 изнаночных. Мы с них начнем делать убавление. Мы, получается, первые 2 изнаночные разворачиваем дальними стеночками к нам и вместе вяжем одной изнаночной. Дальше вяжем по рисунку 3 изнаночные без изменения за дальнюю стеночку и продолжаем в каждом рапорте убавлять по одной петельке в начале изнаночных петель. То есть 11 лицевых вяжем по рисунку из 11, 11 лицевых. И дальше разворачиваем первые 2 изнаночные дальними стеночками ближе к нам. И вяжем 2 петли одной изнаночной. И дальше у нас остается довязать 3 изнаночные петли. Повторяем так каждый раз, провязывая 11 петель лицевых по рисунку и 2 изнаночные первые из 5 поворачиваем и вяжем одной изнаночной петлей. Довязав до конца первый ряд убавления для макушки, мы убавили в ряду 7 петелек. И теперь продолжаем вязать второй ряд и убавлять также 7 петелек в ряду, то есть в каждом рапорте по одной петле. У нас 13 первых лицевых, так и вяжем 13 лицевых. Дальше у нас уже получается вместо 5 4 изнаночные петли. Одну мы убавили в начале. И теперь смотрите, в конце сейчас вот эти 2 последние изнаночные мы будем также вязать вместе. Первые 2 изнаночные за дальние стеночки вяжем по рисунку, а затем разворачиваем дальними стеночками к себе 2 последние петли и вяжем одной изнаночной петлей. То есть вместо 5 изнаночных у нас уже 3. Лицевые петельки мы не трогаем, вяжем 13 лицевых. Затем из 4 изнаночных делаем 3. То есть в предыдущем ряду было 5, затем мы убавили 4 стало. И теперь вяжем 2 первые изнаночные по рисунку и 2 последние изнаночные. Поворачиваем дальними стеночками к себе ближе и вяжем одной изнаночной. То есть сокращаем до 3. И вот так вот повторяем второй ряд до конца. 13 лицевых и сокращаем 2 последние изнаночные из 4, 1 изнаночной. И в итоге у нас получится всего 13 лицевых и 3 изнаночные. Довязав второй ряд убавления, нам в третьем ряду снова нужно убрать одну изнаночную петлю. Вот из этих 3 изнаночных оставшихся мы еще раз сделаем убавление и останется всего 2 изнаночные. 13 лицевых мы пока не трогаем. И это у нас сейчас 6 ряд, получается провязывание по рисунку. То есть, как я вам уже говорила, 3 ряда я провязала после перекрещивания. И сейчас это будет еще 3 ряд. То есть получается 4, 5 и 6 это ряды убавления, первые 3 убавления ряда макушки. Вот, то есть сейчас это 6 ряд без изменения провязывания вот этих вот 13 лицевых. Мы так и провяжем 13 лицевых, еще 6 ряд по рисунку. А 2 первые изнаночные сократим в 1. Провязываем
первые лицевые петли. И дальше разворачиваем первую изнаночную, вторую изнаночную дальней стеночкой и вяжем 2 вместе петли одной изнаночной. И довязываем одну оставшуюся изнаночную за дальнюю стеночку. Дальше снова у нас 13 лицевых, так и вяжем 13 лицевых. И 2 первые изнаночные разворачиваем дальними стеночками поближе к нам. И вяжем за ближние стеночки уже, так как повернули. Вяжем одной изнаночной петлей. Делаем убавление, первое. И вторую петлю просто довязываем. Вот так вот вяжем, чередуя целый третий ряд. Итак, третий ряд связан, и нам сейчас нужно будет делать ряд с перекрещиваниями. Для перекрещивания возьмите спицу не для кос, а простую, самую обычную спицу, которой вязали нашу резиночку. То есть обычную спицу меньшего размера. Главное, чтобы была она ровная. И теперь, как и в ряду с перекрещиваниями, нам нужно на эту дополнительную ровную спицу снять первые 3 петли и оставить за работой. И теперь смотрите, вместо того, чтобы провязывать следующие 3 петли с левой спицы, нам нужно соединить за работой спицу, вот она у нас одна, и перед работой спица вторая. И мы находим, получается, с первой спицы первую, вторую, третью петлю, которые снятые на дополнительной спице, и четвертую, пятую, шестую, которые остались на рабочей спице. И нам нужно сейчас попарно четвертую и первую петлю провязать одной лицевой, затем пятую и вторую попарно. Посмотрите, я провязываю за 2 петли лицевую петельку. И шестую и третью петлю тоже попарно. То есть смотрите, мы получается сделали перекрещивание в правую сторону и убавили 3 петли, провязав попарно петельки. Теперь у нас одна средняя петля. Мы так и вяжем ее одной лицевой. Дальше снова на дополнительную спицу снимаем первые 3 петельки из оставшихся 6 лицевых и оставляем перед работой. И точно так же попарно соединяем дополнительную спицу и рабочую, подтягиваем петельки. И смотрите, вяжем первую и четвертую петлю за передние полупетли одной петлей лицевой. Дальше вторую и пятую. Можете одевать на одну спицу, если вам так удобно будет провязывать. То есть смотрите, как вам удобно. И провязав попарно вторую пару, провязываем оставшуюся третью пару. И обязательно посмотрите, чтобы у вас не были перекрещенные петельки. Вот у меня одна петля соскочила. Вяжем так, чтобы не были перекрещенные петельки. Вот так вот. И у нас получился наклончик, провязанный в левую сторону. И из 13 петель, посмотрите, мы убавили до 7. 3, 1 и 3. Вместо 6, 1, 6. И теперь смотрите, у нас 2 изнаночные. Мы разворачиваем задней стеночкой первую петлю и задней стеночкой вторую петлю. Одеваем обратно на левую спицу и вяжем вместе одной изнаночной петлей. То есть сделали сокращение лицевых петель. И сделали сокращение изнаночных петель до последней одной изнаночной петли. И теперь раппорт узора составляет всего лишь 8 петель. И теперь повторяем. На дополнительную спицу оставляем первые 3 петли за работой. И попарно провязываем с дополнительной спицы и с рабочей наши петельки. Смотрите, четвертую с первой одной лицевой. За переднюю стеночку, обратите внимание, захватываем аккуратненько, не цепляя соседние петельки. Возможно, будет тяжеловато, но вы постарайтесь. Первая пара лицевой. Дальше у нас вторая пара лицевой. И третья пара с первой, со второй спицы по петельке лицевой. Сделали наклон вправо,
и сократили 3 петли. Дальше у нас 1 лицевая петля и 3 первые петельки из оставшихся 6 снимаем на дополнительную спицу и оставляем перед работой. И попарно провязываем первую, четвертую петлю лицевой. Вот так вот захватываем за передние стеночки. Вторую. И здесь вот получается снятую пятую. Точнее не снятую, а на рабочей спице. И шестую и третью петельку. Вот так вот попарно провязали, сократив 3 петли. И сделали наклон влево. Теперь нам нужно до конца раппорта повернуть дальними стеночками изнаночные 2 петли и провязать вместе одной изнаночной. Вот так я буду сокращать, поворачивая петельки. И продолжать снимать на дополнительную спицу, оставлять то за работой, то перед работой. И провязывать попарно оставшиеся лицевые петельки. Итак, сняли за работу. И теперь попарно оставшуюся четвертую петлю с первой попарно, пятую петлю со второй попарно и шестую с третьей петлей попарно лицевыми петельками. Дальше среднюю лицевую так и вяжем лицевой петлей. И теперь снова на дополнительную спицу первые 3 петли оставляем перед работой и вяжем первую с четвертой петлей попарно лицевой, вторую с пятой и третью петлю с шестой. Связали попарно петельки, сократили 3 лицевые петли со второй стороны раппорта. И теперь 2 изнаночные разворачиваем и вяжем 1 изнаночной. Вот таким вот образом, как мы провязали 3 предыдущих раппорта, я буду вязать еще 4 раппорта до конца ряда. Пятый ряд макушки я провяжу без изменения. То есть у нас сейчас 7 лицевых, 1 изнаночная. 7 лицевых, 1 изнаночная. Я так и вяжу лицевые за переднюю стеночку лицевыми и 1 изнаночную за дальнюю стеночку. Вот так вот провязали 7 лицевых, 1 изнаночная. Снова 7 лицевых, 1 изнаночная. То есть пока вяжем так, как сформировался у нас рисуночек. Мы сделали достаточно убавлений пока. Вяжем просто по рисунку. Шестой ряд макушки мы снова убавим по одной петельке в каждом раппорте. Итак, вяжем по рисунку 2 первые лицевые за передние стеночки. А дальше следующие 2 лицевые мы вяжем одной петелькой вместе. То есть убавляем одну петлю. Дальше довязываем 3 лицевые по рисунку и 1 изнаночная. Повторяем 2 лицевые, 1, 2. Третью и четвертую вяжем вместе 1 лицевой. Далее довязываем 3 лицевые и 1 изнаночная. Вот таким вот образом я буду сокращать по одной петельке. 2 лицевые, 2 вместе 1 лицевой. 3 лицевые, 1, 2, 3 и 1 изнаночная за дальнюю стеночку. Лицевые я вяжу за переднюю стеночку, а изнаночную вяжу за заднюю стеночку, за дальнюю. Далее 3 лицевых довязываю после убавления и изнаночная до конца раппорта. Сейчас у нас раппорт составляет всего лишь, вот они наши 6 лицевых и 1 изнаночная. Довязав шестой ряд, в седьмом ряду снова убавляем по одной петельке в раппорте. Опять 2 лицевые первые вяжем по рисунку за передние стеночки 2 лицевые. Дальше следующие 2, третью и четвертую делаем убавление, вяжем 1 лицевой. Дальше довязываем 2 лицевые и 1 изнаночная. Сейчас раппорт узора сократился на 1 петлю и всего получается 5 лицевых, 1 изнаночная. Повторяем. 2 лицевые. Дальше третья, четвертая вместе одной лицевой. Делаем сокращение. Далее довязываем 2 лицевые и 1 изнаночную. То есть как бы средние 2 лицевые вяжем одной. Первая, вторая лицевая. Третья, четвертая вместе одной лицевой. И дальше
пятую, шестую довязываем, но теперь они у нас уже четвертая, пятая. И изнаночную петлю до конца раппорта. 1, 2 лицевая, 2 вместе 1 лицевой и 1, 2 лицевая после убавления. Изнаночная до конца раппорта. И в восьмом ряду мы убавляем 1 петельку в раппорте. Для этого первую лицевую вяжем лицевой, дальше 2 петли вместе и довязываем 2 лицевые, 1 изнаночная. Повторяем. 1 лицевая, 2 вместе петли 1 лицевой, 2 лицевые и 1 изнаночная. Вот так вот буду сокращать до конца этого ряда. 1 лицевая, 2 вместе сокращаем, вяжем 1 лицевой, 2 лицевые и 1 изнаночная до конца раппорта. В девятом ряду макушки также убавим 1 петлю. Для этого вяжем первую лицевой петлей, дальше 2 вместе 1 лицевой, довязываем лицевую и изнаночную. Снова 1 лицевая, 2 вместе петли 1 лицевой, 1 лицевая и 1 изнаночная. Вот так вот снова я продолжаю делать сокращение 1 петли. В каждом раппорте вяжу лицевая, затем делаю убавление 2 вместе лицевой и лицевая изнаночная до конца раппорта довязываю. Лицевая, 2 вместе 1 лицевой и до конца раппорта лицевая и изнаночная петля. В десятом ряду макушки начинаем сразу с убавления. Вяжем 2 первые петли вместе 1 лицевой. Дальше довязываем лицевая и изнаночная. Снова 2 вместе петли 1 лицевой. Дальше лицевая и изнаночная. Вот так вот я буду убавлять в начале каждого раппорта. 2 вместе первые лицевые 1 лицевой. Лицевая и изнаночная. 2 вместе 1 лицевой. Дальше лицевая и изнаночная. И в 11 ряду макушки также начинаем сразу же с убавления. Вяжем 2 оставшиеся лицевые вместе 1 лицевой. И до конца раппорта у нас остается всего лишь 1 изнаночная. Снова 2 лицевые вместе 1 лицевой, изнаночная. 2 вместе лицевые петли лицевой и 1 изнаночная. Вот так вот до конца ряда. И у нас в раппорте всего лишь 2 петли. Для удобства вязания 12 ряда я перенесу последнюю изнаночную петлю, не провязанной, на первую спицу. Вот так вот, как бы спущу ее не провязанной на первую спицу к лицевой первой петельке. То есть у меня получается последняя, теперь это первая петля 12 ряда. И теперь смотрите, у нас идет изнаночная, лицевая. Мы заводим за лицевую и вяжем вместе лицевую изнаночную одной петелькой, то есть делаем убавление. Снова у нас идет изнаночная лицевая, мы заводим за лицевую петлю и вместе с изнаночной вяжем 1 лицевой. Теперь снова переносим вот так вот наш взор на следующую спицу и у нас идет изнаночная лицевая, мы заводим за лицевую и вместе вяжем лицевую изнаночную 1 лицевой петлей. Снова у нас изнаночная лицевая, вяжем 1 петлей лицевой, то есть попарно провязываем лицевая, изнаночная петля 1 лицевой. У меня было 14 петель в начале ряда, поэтому сейчас мы сократим ровно их в 2 раза. У меня останется в конце 12 ряда всего лишь 7 петель. Давайте проверим. 2, 4, 5, 6, 7. Все правильно. Я сейчас буду стягивать петельки. Сейчас смотрите, есть два варианта. Либо же мы отрезаем краешек ниточки и затем вдеваем в иголочку и нанизываем оставшиеся петельки. Либо просто можно воспользоваться крючком. То есть на крючок можно собрать все оставшиеся петельки. Я возьму крючок и для удобства начну переодевать петельки на крючок. Вот так спускаю петли на крючок, подхватываю рабочую ниточку и продеваю сквозь 2 петельки крючком. Можно было бы, еще раз повторюсь, иголочкой, но я вот так вот решила крючком почему-то. Теперь беру вот эти 3 петли с другой спицы. Я уже боюсь переснимать, потому что могу распустить.
А вот так вот аккуратненько со спицы снимаю на крючок все 3 петли. И снова подхватываю вот эту петельку из рабочей нашей ниточки и продеваю сквозь 3 петли. И еще раз поверну вот так вот, продену сквозь оставшиеся 2 петельки крючок, вытаскиваю спицу и подхватываю снова рабочую петлю. Вот так вот. Теперь смотрите, у меня продета сквозь все петельки рабочая ниточка. Вот так вот. И осталась на крючке одна петля рабочей ниточки. Я делаю 2 воздушные петли. Один хорошо затягиваю, второй хорошо затягиваю. И можно привытащить ниточку, оставить вот эту вот ниточку для того, чтобы продеть ее на изнаночную сторону и спрятать с изнаночной стороны краешек ниточки. Посмотрите, какая у нас получилась макушка в виде цветочка. Сейчас я отрежу ниточку, чтобы вам хорошо показать. Вот я отрезала ниточку и спрятала хвостик на изнаночную сторону. На изнаночной стороне можно еще этот хвостик закрепить. Вот, и получился вот такой вот 7-лепестковый цветочек на макушке. Макушка получилась очень аккуратная. Посмотрите, никаких дырочек, ничего нет. Можно по желанию из остатков ниточек, которые у нас остались, сделать помпончик. Ниточек осталось на помпон любого размера. В принципе, можно сделать как маленький, так и побольше. Вот это уже зависит от дела вкуса вашего. И посмотрите, вытаскиваем наш маркер, и наша шапочка готова. В принципе, шапочку можно немножечко принамочить и одеть на что-то объемное, такое как шарик, банка, либо манекен, если у вас есть. Но, в принципе, как на мой взгляд, такую шапочку можно уже сейчас непосредственно одевать на голову и носить. Получилось, как на мой взгляд, очень аккуратно, красиво, объемно. И еще раз повторюсь, если прикрепите помпончик, то, в принципе, шапочка будет, как на мой взгляд, даже еще симпатичнее. Я надеюсь, что у вас все получилось, понравилось. Конечно же, не забудьте лайкнуть мое видео. Подписывайтесь на мой канал, кто еще не подписан. Всем хорошего настроения. Пока-пока!